Приветствую всех любителей гонок. Во, наконец-то руль прикрутил. А, чтоб ездил нормально. Так, кто у нас тут есть в чате живой? Народ постепенно подойдет. Так что всем привет. Надеюсь, меня слышно и, возможно, даже неплохо видно. Так, ну, посмотрим, как пойдет. В общем, сегодня у нас такое внезапное продолжение. Или, как я смеялся, ремастированный пиксельный стрим, который был на прошлой неделе. Так, все, руль нормально. То есть мы повторим ровно то, что было неделю назад, что-то не хочет крепиться. Так, вот, все. Фух, повторим ровно то, что было неделю назад. Две игры на аркадном автомате. Daytona USA 2 и Indianapolis 500, она же Indy 500. В принципе, если хватит время, то так. Если хватит время, то можно будет потестировать еще одну игру аркадную, аркадные гонки. В общем, пока потихоньку начнем. Разница лишь в том, что сегодня должно, в отличие от прошлой недели, показывать намного лучше, чем в прошлую пятницу, по-моему, это было пятницу, да. Так что начинаем. Начнем, пожалуй, с Индианаполис 500. По-моему, в такой очередности был и прошлый раз, поэтому аркадный автомат от Sega. Обе игры, кстати, сеговские. Достаточно неплохие. Так, и настраиваем Indy 500. Так. Угу. Так, вроде есть, да. Так, ну, в общем, если что, чат я читаю. Так, слегка одним глазом буду подсматривать. Так, руль есть, управление есть, поедем. Устраиваемся поудобнее и нажимаем старт. Ну и традиционно все три трассы попробуем проехать. Первая, естественно, Indy 500. Все, кто в прошлый раз смотрел, в принципе, уже знакомы с этими двумя играми, которые будут сегодня. Но сегодня они будут немножко, скажем так, в лучшем качестве. Все. Педаль в пол, старт сходу и поехали. Так, выкручу себе звук. И погнали, да, отлично, есть. Сразу выставлю отображение номеров соперников, чтобы сразу сходу знать, кто и каким едет, и кто является круговым, а кто со мной в одном круге. И потихоньку. Значит, цель выиграть, уложиться во время. В общем, все как положено. Я не помню, на той неделе каких результатов я тут добился в Indy 500, по-моему, мне не хватило времени, но там все объяснялось несколько такими техническими неполадками. Сегодня должно быть все нормально. 20 кругов дистанции максимум выставлено в настройках самой игры через эмулятор. Больше здесь нельзя ставить, соответственно, и время изначально дается 100 секунд, по-моему, с лишним даже. Так, 8-й, 7-й есть, обошел, и устремляемся вперед. Наша задача на этой трассе — финишировать первым и уложиться в установленное время. Времени, в принципе, хватает, я уже об этом неоднократно говорил. Вполне достаточно проезжать круг за 37-38 секунд. И если не попадать в серьезные аварии, то этого будет, в принципе, достаточно для того, чтобы в установленное время финишировать. То есть закончить всю дистанцию 20 кругов. Так, ну, трасса легкая, особых сложностей здесь нету, педаль в пол. И вся трудность будет заключаться в том, чтобы обгонять своих соперников, причем
некоторые трудности, вот как сейчас, могут возникнуть с круговыми. Они здесь легко вас пропускают, но иногда из-за, наверное, недопонимания происходят вот такие вот аварии. Слегка колесом он меня задел. Ничего страшного. Попробуем наверстать потерянное время. Так, седьмая позиция. Из 33, кстати. И сейчас уже скоро... Да, уже, кстати, вот круговые. 31, это значит, как минимум один круговой уже был до этого. Ну и про управление, в принципе, я уже рассказывал. Повторяться не стоит, но тем, кто пропустил прошлый стрим или прослушал, в принципе, скажу, что управлять здесь не так уж и сложно. Единственное, что даже не то, что приветствуется, а в обязательном порядке это четкая и активная работа рулем. Ух, как опасный момент какой был. Так, вот активно блокируют, кстати, и не дают обогнать. Не все так просто, как кажется на первый взгляд, и спасает активная работа рулем. Так, 22-й, 21-й уже пропускают меня на круг. Так, вот этот вот четвертый круг, 43 секунды, был не очень удачный, там была авария. Сейчас попробуем в последующие круги наверстать преимущество. Ух, немножко пошибал конусы. Так, ну, в планах, в принципе, особо долго на двух этих играх, Indy 500 и Daytona 2 USA, останавливаться не буду. Покажу, наверное, по трассе. Так, в результате аварии я зарулил на пит-стоп. Странная вещь. Время остановилось, и механики тут меняют колеса. Так, время опять пошло. Очень много потерял я на этом, но так уж получилось. В результате аварии меня просто выкинуло на пит-лейн. Сейчас будем пробовать. Да, кстати, первый случай такой со мной в этой игре. Так, продолжаем. Значит, на 12 месте. Я, в принципе, нормально, не так уж и много упустил. Устают руки с непривычки. Постоянное напряжение, активная работа рулем. Конечно, все это сказывается. Но нормально. Тем интереснее в такие игры, в принципе, в аркадные обязательно. Руль обязательно. Иначе никак, иначе просто не прочувствуется вся эта гоночная атмосфера аркадных игр. Так, 10 место, 39 секунд. Был последний круг, но это из-за заезда на питлейн. Конусы продолжают валяться на трассе. 60 секунд. Так, ну по времени не знаю. Надо будет смотреть ближе к середине и ближе к концу дистанции, что там по времени будет хватать, не будет. Так, пока активно работаем рулем. И вот он, да, 37,6. Вот как раз таки восьмой круг. Последний вот этот был самым лучшим по времени. Смысла заезда на пит-стоп здесь не вижу я. Чем это помогает? Единственное, что, может быть, шины меняют, лучше сцепление становится с трассы. Трудно сказать, никогда я на пит-лейн не заезжал, экономил всегда время. Возможно, может быть, даже и стоило. Так. Здесь обгон. Так, и впереди четвертый. Тут и круговые, очень аккуратно нужно быть с круговыми. Да, они это пропускают, но не всегда достаточно корректные. Не всегда понимаешь, какой маневр он хочет совершить для того, чтобы тебя пропустить. Длинная прямая, можно отдохнуть немного. И снова жесткие повороты, машину трясет буквально вот. На физическом уровне ощущаешь эту вибрацию, которую передает игра. Вот этим трясущимся экраном. Это норма, кстати.
Так, 74 секунды, и это половина дистанции, кстати, 37,5 последний круг был, это лучшее время пока что в гонке. Ну, неплохо, с учетом того, что немного времени я потерял из-за аварии и заезда в боксы, незапланированно. Посмотрим, как будет дальше идти. Так, по пенал конуса. Они до конца гонки так и будут, судя по всему, на трассе лежать. Так. Вот уже впереди маячит второй. Круговые активно пропускают. И я перемещаюсь на второе место. Ух, было опасно. Едва не было столкновения. 37,528. Еще один лучший круг. Продолжаем наяривать круги по знаменитому американскому автодрому Индианаполис. Не знаю, насколько это реально в Индианаполисе проходить повороты на полной скорости. Пока что по опыту игры в NASCAR не могу сказать, что там повороты проходятся на педаль газа в пол. Возможно, болиды Индикара могут это делать. Здесь у нас что-то похожее на формульный болид. Так, 37,715. Еще один довольно-таки неплохой круг. И если я буду продолжать держать вот это время, то, в принципе, могу успеть. Посмотрим. Так, длинная прямая. Есть схема трассы, она в правом верхнем углу, но она мало чем помогает. И особо-то и времени нет не смотреть. Там вообще-то непонятно, что изображено зеленой точкой. Я так понимаю, отмечен сам игрок, то есть я, а все остальные это соперники. 37,634, отлично. Последние круги после заезда на пит-стоп были все в районе 37 секунд. Очень отличное время. Кстати, лучшее время, которое сохранено игрой за всю историю игры моей в Инди 500, это 37,248. Есть к чему стремиться. Еще полсекунды где-то можно отыграть. Так что это мое персональное лучшее время за все то время, в которое я играю в Инди 500. Так, 37,813 тоже. 6 кругов до конца и 60 секунд. С учетом того, что круг проходится за 37-38 секунд, пока что времени не хватает. Да, но это особенность аркадных гонок, вообще аркадных игр, то, что приходится помимо управления, вождения, еще и высчитывать секунды. Это не только в Инди 500, но и в той же Дейтоне, Аутран, еще много-много других аркадных игр. Так, ну тем временем, то, что я еду первым, это не значит, что я отрываюсь от ближайших своих преследователей. Пилот, который следует на втором месте, он едет в непосредственной близости от меня. И первая моя, почти самая незначительная, легкая ошибка повлечет за собой то, что он меня обгонит. Поэтому надо быть всегда начеку и стараться объезжать стороной всех круговых, чтобы ненароком не создать аварию и потерять драгоценное время, которого у меня и так уже в обрез, не знаю, хватит или нет. Опасный момент сейчас был с круговым, и главное в стену не влететь, что тоже немаловажно. 37,759, отлично, все круги последние в районе 37 с лишним секунд. Хорошие новости, пока что я вроде бы укладываюсь. Так, пошли плотная группа круговых, и тут уже пошло шоу «Интуиция». Там была плотная борьба, кто-то кого-то бортанул даже. Так, 20-й. Продолжаем наворачивать круги, их осталось уже не так и много. Так, и что там по... Это у нас 17-й круг, остается еще 3. 37,793. Нормально, нормально. По времени успеваю. Так. Так, вот мимо всех круговых, пусть и по траве, то сзади уже атакуют. Надо быть очень осторожным, чтобы на последнем круге не проиграть
не упустить первое место. Бывает, иногда такой нервы сдают. И рука дрогнет, или куда-то влетишь, или сам ошибешься. Фух, два круга до конца. Напряженная гонка. Вот уже сказывается напряженность, уже 38 секунд. Последний круг был. Так, и полтора круга уже практически остается до финиша. Объезжаю буквально стороной всех круговых от греха подальше. Так, последний поворот и ухожу на последний круг. Так, впереди еще несколько круговых. Одного успел обогнать еще до поворота, второго в повороте. И выхожу напрямую, последний круг. Да, последний. Время ухудшается, уже 38. Так, ну по времени 40 с чем-то секунд, в принципе, хватает. Если никаких форс-мажорных обстоятельств не случится. Так, еще круговые. Прямая, длинная и последние два поворота. Так, здесь вот, ребята, только не затупите. Только не испортите гонку. Есть финишная прямая и еще вполне достаточно секунд в запасе. Десятка, есть финиш, первое место. Фу, ровно 13 минут все это дело длилось. Indy 500. Так. Угу. Вроде бы все неплохо. И попробуем еще одну трассу. Но пусть будет Хайленд. Пусть будет так. Эта трасса немного более заковыристая, чем предыдущая. Здесь уже есть хитрые повороты. И уже активно используется педаль тормоза. Такой вот нонсенс. Так, первое столкновение. Правый поворот затяжной и вход в тоннель. А, нет. Нет, я перепутал с другой трассы. Хотя, может быть, и нет. Да, вот крутой поворот. Очень такой хитрый. Ух. Жестко, конечно. Я сейчас постепенно вспоминаю эту трассу уже во время первого круга. Да, вот туннель. Вот тоннель как раз таки перед финишем. Фу, так, ну вроде немножко вспомнил трассу. Да, сейчас будет левый поворот. Здесь жестко оттормаживать. И здесь время добавляют уже не на финише, а по ходу самого круга несколько раз. Два или три чекпоинта. Обгон прямо во время жесткого поворота и поворот налево. Ух, рано. Из-за этого пропустил вперед гонщика. Ну что ж, попробуем отыграть позицию. Да. Немножко вынесло за пределы трассы. Да, ну, наверное, новый микрофон, наверное, позволяет слышать и скрипы руля старого, который повидал очень много гоночных игр, в том числе и аркадные. Так, финишная прямая. Оттормаживаюсь перед левым поворотом, отлично. 11-е пока место, ну, справедливости ради стоит сказать, что на этой трассе я ни разу не выигрывал. Так, 10-е, вот уже маячит впереди. Как раз таки, да, в этом повороте просто шикарно. Гонка продолжается, по времени отлично. Возможно, даже получится показать какой-то более-менее приемлемый результат. Так, сейчас за пределы трассы немножко выкидывает. 9-е место.
тоже заковыристый поворот. Несколько раз здесь вылетал перед тоннелем. Так, сам тоннель темно. И выезд на финишную прямую. И снова левый крутой поворот. Вот сейчас довольно неплохо было. 14 кругов дистанции еще впереди. Тоже достаточно длинная гонка, если полностью ехать. То этого у меня никогда не получалось уложиться во время. Здесь вот пока что и вот сейчас идет довольно неплохо. Ух, и сразу троих пропустил в результате этого столкновения. Прямо вот за мной едут по пятам. Так, здесь пропустил поворот. Так, начинаю терять время. Так, тут борьба. Между двух машин. Аркада есть аркада, конечно. Этого не отнимешь. Продолжаем гонку. Так, тут в повороте не пропустил вперед и тут же отыграл позицию. 13 кругов. Так, ну музыка в тему здесь. Думаю, на стриме все слышно. Так, что опять вылетел за трассу. Отлично. Хотя не очень пропустил вперед. Так, ну тут же наверстал. Угу, есть. Вписался. И даже тут что-то какие-то обгоны даже идут. Ну, отлично. Так, вот тоннель. Что там за полет это были, мне показалось. Так, снова пропустил вперед много машин. Попробую сейчас в этом повороте отыграть столкновение. Ну, поскольку аркада, то повреждений здесь никаких нету. Просто немножко теряешь скорость. Вот это была авария с разворотом. Не без моего участия. Писался отлично, еще и с обгонами. Так, ну после этой трассы попробуем Daytona 2. И потом, может быть, что-то еще будет интересное. Опять же, естественно, на руле. Опять же, аркад. Сегодня у нас вечер, пиксельный стрим, посвященный исключительно аркадам. И не только на аркадных автоматах, кстати. Так что программа сегодня очень насыщенная, гоночная. И пока что у нас идет Indy 500, вторая трасса Highland. И уже 7 кругов дистанции позади, 10 место. И пока что по времени я укладываюсь. Даже... Ух, вынесло как прямо в ограждение. Так, тут пропустил торможение. Начинаю терять концентрацию. Так, тут помимо тех, кто со мной в одном круге, еще и круговых. Обошел, даже не знаю, скольких я выгнал во время этого маневра. Так, вот очень... такой хитрый поворот. Можно, если не довернуть до конца руль, можно вписаться в стену, что нежелательно, естественно. 9 место. Так, такое ощущение, что вот уже идет износ резины, 10 кругов до конца, и машина ведет себя несколько иначе, чем на первых кругах дистанции. Это вполне логично. Так, вот уже впереди 8-й. Это, походу, был круговой, да. Пропустил вперед. Еще один круговой. Ну, как технично он, конечно, пропустил сразу троих. Нужно отдать ему должное за это. Так, тут бортанули. Ну, и я ему тоже отомстил. Придал
чуть-чуть ускорения. Так, тоннель. После тоннеля выход на прямую, поворот и финиш. В принципе, трасса несложная, ее запомнить очень легко. Но вот этот поворот требует серьезного тормаживания. Так, и что тут у нас маячит? Восьмой. Пока как-то его обогнать не очень получается. Есть, вписался. Приходится руль докручивать практически до конца. Восьмая позиция есть. Сейчас главное удержать ее. У-ху-ху, какие маневры. Это жестко. Так, пропустил поворот. Толкучка. Серьезная авария. Ничего, догоним. Так, по времени вроде бы неплохо все идет. Так, и снова я на девятой позиции. И вот он опять восьмой. Никуда мы друг без друга. Так, посмотрим, что тут можно будет сделать в этом повороте. Да, обошел прямо там, по внешнему радиусу. Отлично, 8 кругов до конца, 30 секунд. Не знаю, хватит ли этого. Вообще, иду на рекорд. По-моему, 10 кругов дистанции на этой трассе я еще не проезжал. До этого у меня всегда заканчивалось время, поэтому то, что вот сейчас, это уже практически мой личный рекорд на этой трассе. Так, еще один круговой впереди. Вот он, да, седьмой едет, вижу. Ух, тут как-то я не очень грамотно вошел поворот. Так, ну вроде позицию сохранил. Да. Опять что-то... Так. Я это не понял. Там сейчас первый был или что? Или мне показалось? Видимо, ошибся. Так, вот уже говорят, поторопись. Время заканчивается. И... Да, 23 секунды, 7 кругов до конца. И, естественно, до конца дистанции мне не хватит. Еще какую аварию сотворил. Круговой. На, вот так вот, массовый обгон. Так, опять заканчивается время. И последние секунды, все, финиш. Фу, game over. Indy 500. Так, ну что, мы продолжаем. И у нас на очереди Daytona 2. Daytona 2. Сейчас запустим игру и попробуем, наверное, ну, одну трассу. Одну трассу, я думаю, просто чтобы вспомнить, что за игра. Так, есть Daytona, запускаем. И старт, забрасываем монетку в аркадный автомат. И выбираем трассу. Ну, пусть Normal, первая самая трасса. И все готово, едем. Кстати, можно выставить и вид из кабины, то, чего не было на прошлом стриме. Не очень удобно, но зрелищнее, мне кажется. Хотя вид из капота больше драйва, мне кажется, больше чувствуется скорость, поэтому оставлю так. Так, ну здесь все просто, в принципе, практически тот же самый овал, только немножко более заковыристый
повороты, которые уже на полной скорости не пройдешь. Здесь приходится отпускать педаль газа, где-то оттормаживаться в этот поворот. Еще немножко посложнее эта трасса, но экшен примерно тот же самый аркадный. Ничего не изменилось. За 300 км в час стоп-кары, что-то напоминающее NASCAR. Так, 8 кругов дистанции, не так много, как в Инди 500. Я бы, конечно, поставил бы дистанцию больше, но, по-моему, по крайней мере, я не знаю, как это сделано здесь. 18-я позиция. И непонятно еще, каким образом здесь можно выиграть гонку, то есть приехать на первом месте в течение этих 8 секунд, потому что сразу же на старте у лидера колоссальное преимущество. То есть сейчас вот на схеме трассы в правом нижнем углу видно мое отставание от лидера, то есть я обозначен стрелочкой, а лидер естественно цифрой 1. И догнать-то в принципе реально. Только вопрос в том, что мне за эти 8 кругов, хотя бы 16, 20, это уже более реально, чем за 8 кругов. Хотя это уже 8-я позиция. Аккуратненько, четко. Здесь, в принципе, не такая активная работа рулем. В принципе, скорости те же, за 300 км в час, но тут они как ощущаются не так, как в Инди 500, поэтому успеваешь среагировать и особо так вот жестко крутить руль не стоит. Так, 7-е место. 7, 6, 5, 4. Вот впереди еще трое едут. Так, немножко в стену вмазался. И предпоследний круг. Сейчас будет выход на финишную прямую. Да, чекпоинт. Времени не хватает. Достаточно так, один горит. 5-е место. Вот это уже, по-моему, личный рекорд в этой игре. Выше я не приезжал. 4-е место. Ну, неплохо, неплохо. Так. И последний круг. Рекорд по скорости 322 км в час. Так, что у нас здесь? Борьба. Пошли круговые. И смогу, успею ли я его обогнать? Хотя бы 3-е место. Так, это у нас последний поворот сейчас будет. И тут главное вписаться. Ух, как. С прямым контактом. И прямо перед финишной прямой есть. Фух, 3-е место. Неплохо, неплохо. Так, ну что, Daytona 2 USA, в принципе, неплохая игра. Играть можно, нужно даже, я бы сказал. И перейдем, наверное, сразу к игре, которую я хотел показать дополнительно сегодня, которую я в анонсе не прописал. Так, отключаемся, Daytona 2. Игра эта была тоже на аркадном автомате от Sega. На том же самом, кстати, что и Daytona. Игра называлась Emergency Call Ambulance. То есть в этой игре ваша задача, играя за водителя автомобиля скорой помощи. Сейчас добавлю игру. Играя за водителя скорой помощи, сделать все возможное, чтобы доставить пациентов в госпиталь. Так, поехали. Так, закидываем монеток. В принципе, игра, ну как сказать, да, ну в начале сцена, значит, рассказывает нам о случившемся происшествии. Произошла авария, автомобиль попал, ну, в аварию, и наша задача
спасти ребенка. Дело в том, что эмуляция здесь не очень корректна, поэтому проблемы с текстурами в этой игре. Ну, закроем на это глаза и просто посмотрим на сам геймплей. И поехали! Значит, каждое столкновение влечет за собой то, что наш пациент становится на шаг ближе к смерти. Поэтому наша задача очень аккуратно вести автомобиль и по возможности не попадать в аварии. А здесь они будут, потому что такое впечатление, что после вот этой аварии в городе творится вообще что-то неописуемое. Автомобили попадают, сталкиваются друг с другом, попадают в аварии, переворачиваются, летают, то есть чинят всяческие препятствия нам на пути в госпиталь. Поэтому мы включим сирену, вот так вот катимся аккуратненько по проезжей части. Стараемся довести нашего пациента до госпиталя. Так, ну мне удавалось осилить первый уровень. Вот со вторым там уже были проблемы и в плане сложности, и в плане того, что текстуры не очень корректно отображались, но мы посмотрим. Просто поиграем хотя бы первый уровень пройти, это уже будет достижение. Так, ну здесь как в ралли, прям нам стрелочками рисуют направление движения. Автомобиль, вернее, управление его чем-то напоминает. Вот. Ух, нас тут еще и обгоняют конкуренты, скажем так. Видимо, тоже в госпиталь спешат. Управление напоминает управление автомобилем скорой помощи в GTA Vice City. Такой его бросает из стороны в сторону. Так, уровень здоровья 25. То же самое время. Аркадная, да. Поэтому за это время нам надо успеть, и каждое столкновение влечет за собой потерю этого времени. Соответственно, ухудшается здоровье пациента. Так, ну здесь мы успеваем, вот он уже госпиталь. Есть. Выжил, да. Да, ну вот. No damage. Первый этап. Ну, это вполне неплохо. Так, и вторая история. Тут у нас полицейский преследует преступника. Происходит стрельба, очевидно. Да, он прям тут из гранатомета, из базуки шмаляют. И после вот таких вот перестрелок необходимо нам спасать стража полиции. И вперед. Так, здесь нужно, во-первых, выехать с парковки. В этой игре очень сильно раздражает постоянно сирена. И здесь у нас... Так, выезжаем с парковки, поворот налево, вот, тут полиция преследует еще кого-то. Возможно, даже тех же преступников. И наша задача сейчас вот не ввязаться в эти погони и куда не врезаться. Так, что это впереди? Какой-то кордон. Стоп, написано, объезжаю. Так, навстречку. Полетели. Так, полетели, но без последствий. Странно. Физика здесь, конечно, сами видите. О, пошли плавать текстуры. Все стало коричневым. Автомобили вообще сливаются в один цвет. Ну, ладно, едем. Ту, впереди там погоня. Аккуратненько. Поворот направо. И левый. Вот здесь бы не помешал бы штурм, конечно. Ну, хотя скорости невысокие, можно самому сообразить, в какую сторону поворачивать. Ой-ой-ой, пропустил левый поворот и тут же направо. Так, главное не въехать в дерево. Отлично. А в левом нижнем углу счетчик подсчитывает расстояние до сколько нам осталось до госпиталя. Хотя мне это ни о чем не говорит. Чуть не въехал сейчас в фургон. И полиция мешает. Блин, 8 секунд остается. Вот он госпиталь. И зацепили меня, да.
Время истекло. Да, ну вот на схеме показывают. Сколько дистанции мы проехали. Так, ну попробуем еще раз. Я так думаю, что прям... с первого этапа. Так, его можно пропустить. Да. Это можно пропустить, отмотать, по крайней мере. Ну что, попробуем еще раз первую миссию. Сто секунд дается на то, чтобы довести до госпиталя умирающего пациента. Так, тут происходит просто феерический какой-то атас, по-другому не назовешь. Начинают сталкиваться друг с другом, аварии. Происходит, полиция мешает. Мешает полиция. Просто невероятно. Время отняли. Ощущение, что сложность повысилась. Так. Поворот направо. Ехал в столб, да. Чувствую, не довезу я его до госпиталя. Поворот направо, оттормаживаемся, вписываемся. Так, тут тоже вот опять обгоняет автомобиль скорой помощи. Срежу. Прошибать немножко пешеходов, как в GTA. Можно ехать, не сбавляя скорость. Да, время заканчивается. Впереди какая жесткая авария. И опять столкновение. И совсем чуть-чуть не хватает. Да. Это конец. 0 очков и game over. Попробуем еще разок. Так, отматываем вступительный ролик. Поехали. Попробуем успешно довести пациента, как и в первый раз. Так, здесь спидометр в милях в час мерит. В принципе, несемся-то мы за сотку, это 100% километров. Достаточно прилично, и особо так эта скорость не ощущается. Чуть не въехал в полицейский автомобиль, хотя, судя по всему, никакого рандома здесь нету. Все изначально прописано, то есть поведение автомобилей на дороге. Поиграв несколько раз в эту миссию, можно, в принципе, выучить, когда какой автомобиль откуда выезжает. Поэтому в этом плане, конечно, рандом был бы намного интереснее. Ну, ладно, как есть, так есть. Можно стать комфортно. Так, правый поворот. И вот этот вот красный автомобиль, конечно, чуть не сгубил пациента. Так, ну, я так срезать не буду, как он, куда он улетел, непонятно вообще. Самих спасать теперь нужно. Поэтому мы едем аккуратно и по возможности стараемся не выезжать навстречу. Жесть, что творится? Столкновение с грузовиком. Так, 10 секунд и прямая, и там госпиталь. Ну, похоже, успеваем. На последних секундах мы успеваем. Есть. Пациент спасен, no damage. И у нас вновь вторая миссия.
закинуть еще немножко монеток. Вот там. Так, и едем. Так, важно сейчас без потери выехать с парковки. И поворот налево, вот тут привет, столб. Выехал, что называется. Ладно. Так, так, впереди кордон, помню. И сейчас левый поворот после вот этого полета. Да, физика, конечно. Так, поворот налево, тут опять какие-то погони. Столб. Там, оказывается, был столб. А я его и не заметил. Да. Круто так подсократило времени. Еще один столб. Не хватает. Что? Что? Почему? Да, все. Фух. Ну что, не успели спасти. Тут хотя бы в этой игре более спокойным голосом говорят Game Over. Так, ну что, закончим мы с Emergency Call Ambulance и попробуем еще одну аркаду. Там я тоже руль настраивал. Сейчас добавлю игру и посмотрим еще одну аркадную, легендарную, я бы даже сказал, аркаду. Я неоднократно о ней рассказывал и неоднократно показывал. Так. Смотрим, по идее. Да, игра пошла. И... возможно, кто-то узнал, это Crazy Taxi, причем PC-версия. Настал час развлечений, вперед! Так, немножко надо звук убавить. Самой игры. Хотя бы в половину. И поставить приятный саунд, который был оригинальный. Игре... Crazy Taxi, но отсутствует в данной версии. Играем по оригиналу, по правилам аркады. Ну что, поехали зарабатывать деньги? Гони вперед и подбери... Ну что ж, за дело. Так, вот. Пора зарабатывать денежки. Ты готов? Да, тогда все начинаем. Работает, отлично. Руль и Crazy Taxi на руле. Подбираем пассажиров и отвозим их до нужных мест за денежки. Так, ну, играть на руле, конечно, намного интереснее, чем, скажем, на клавиатуре, тем более. И интереснее даже, чем на джойстике. Да-да. Значит, как и в любой аркаде, наша задача сейчас за установленное время довести пассажиров до назначения. Так быстро? Используя для этого всевозможные уловки, срезание дороги и нарушение правил дорожного движения. Вперед! За каждый маневр перед идущим автомобилем вам начисляются дополнительные бонусы. Да-да, я понял. Осторожно. Так. С этой стрелкой, конечно, много проблем. Не совсем понятно вообще иногда, куда ехать. Ну, вот, должное нужно дать плавность управления. Нет! Еще раз! Спасибо! Подбираем еще очередного клиента по дороге. Сюда! Пнув. Спасибо! Вернее, подобрать клиента, вперед. А по дороге пнуть конкурента. Вот так. Вау! Жесткий разворот. Отлично! Вообще, на самом деле, я не люблю вот этот вот район. Походу я не там повернул. Да. Эй,
Я постоянно здесь путаюсь в этом районе. Что вы делаете? Так. Следующий. Магазин и подбираем, да, вот впереди красно стоит, цвета обозначают длину дистанции, на которую надо ехать. Красный цвет совсем рядом. По-моему, зеленый цвет обозначает очень длинную дистанцию. Так, поворот направо. Ну скорее же. Заткнись и вперед. Не так и далеко уж. Удачи. Есть. И берем впереди вот зелененького. Подожди. Смотрим куда. Парень. Да, 1,14 километров на пожарную можешь станцию. Круто. Так, ну там не совсем. Конечно, там музыка, которую я планировал, пошла. Ну ладно, в принципе, тоже музыка из Аутрана. Для Crazy Taxi такая ну, своего скорее. Рода игровая психотерапия. Да, пускай. Так, тем временем я куда-то еду, набиваю очки, а не понимаю куда. Угу. Вроде бы пока по стрелке. А, вот. Заткни. Мы приехали. Комбо 12. Нет ничего с чем. Так, где тут ближайший? Не вижу. А, вот стоит. Проклятие. 300. Совсем близко, 300 метров. Осторожно, вы... Ну что, поехал? Вперед! Так, вот непонятно, куда поворачивать. Стрелка показывает одну... А, вижу магазин. Быстро. Что да, это? Удачный сегодня. Угу. Так, вот там стоит Салатов. Прекрасно, ладно. Берем. Платформа. Отличная километр. Работа. Нормально. Поехали. Естественно, чем можешь на меня дольше расширить. Дистанция, тем больше денег. Но в то же время рискуешь потерять время на таких поездках. Ну ладно, рискнем, попробуем. Пошел по встречке. Ну же, скорее. Тут можно, кстати, срезать через туннель. Да, одна фишка. И вот так вот даже улететь. Очень много всяких вариантов срезать дистанцию в этой игре. Так, а здесь, ага, через заезд вот так вот, да. И сразу подбираем сходу пассажира. Не думала. Осторожно, а вы... Так, разворот. Да, налево, налево показывает. Завернем здесь. Так, а куда налево? Прямо до упора, что ли? Трудно ориентироваться. Эту часть города я очень плохо знаю. Неосторожнее! Какой-то разворот. Куда ехать? Через мост, понял. Да, да. С таким гигантским прыжком. И налево. Вау! Автобус. Иди прямо. Да, я понял. О, да. Так, здесь можно срезать, аж что к тебе. Откуда ты тут взялся? Так, и мы на месте. Вот это скорость. 5 секунд бонуса. Берем следующий, вот стоит красненький. Сюда. Так, можно даже заднего дать. Так, тут как-то круто налево нарисовано. Идите тут. Так, ну вроде бы все по стрелке. Да, и тут вот сразу еще один клиент стоял. Он уже убежал. Ничего с чем. Ладно, придется подобрать вам того. Подождите, не уйдите. Мало времени. Метро. Здорово, отвезите меня на станцию. Держись. Разворачиваемся. Против всех правил и с таким с дрифтом едем в метро. Скорее. Заткнись. Отлично. Нет, будьте внимательны. Левый поворот. Сядьте туда. Заткнись. А где у нас метро, что-то я не помню.
хоть как прямо. По дороге можно еще бонусов немножко собрать. Отлично. А вот и метро. Ой, только я улетел куда-то мимо метро. Где оно, само метро? Так, ну тут совсем не туда я поехал. Еще и поезд обогнать надо. А, успеть до того, как поезд поедет, ясно. Есть. Следующий. А где следующий? Спасибо. Не вижу. Вот он стоит зеленый. Ты чуть меня не... Так, тут разворачиваемся обратно. Да-да, я понял. И здесь куда? Ага, вот сюда. Понятно. Едем. Время еще пока хватает. Тут крутой разворот. Вроде бы пока все правильно еду. Куда? Налево. Совсем безумие, полное безумие творится в этом городе. Попало. У тебя ускорение, ребят. Так, а вот это и наш магазин. Удачный сегодня. Подожди. Поряд. Круто! Поехали! Так, разворот. Вперед! Куда? В клуб. Отлично. Ну что, по времени пока хватает. Я думаю, что можно после этого выбрать стандартный город. Там я его лучше знаю. Будьте внимательны! Намного проще ориентироваться. Ну, Crazy Taxi — это классика жанра. Я думаю, можно играть бесконечно. Скорее! Заткнись! Еще одну миссию. Потом. Кстати, пока чат не вижу. В полноэкранном режиме. Удачный сегодня день. Это. Так, следующий, где следующий? Вижу следующего. Мало времени. Круто. Так, станция. Можешь на меня рассчитать. Туда, в принципе, где метро. О, да. Да, ну. Crazy Taxi под музыку за утрана. Еще раз повторюсь, это, конечно, дорогого стоит. Куда? Да куда вы смотрите? Не без столкновений. Так, и здесь направо. Ой, осторожнее. Приходится и не только жать на газ, но еще и тормажиться. Так, тут припарковался. Совсем грамотно. Нет. Да куда вы смотрите? Вот это торможение. Так, 39 секунд. Нет, ничего. Подбираем его. Сюда. Кингс. Спасибо. Парк. 800. Поехали. Метров. Можешь на меня рассчитывать. Так, тут налево. Но сегодня у нас в программе исключительно игры на руле, даже Crazy Taxi. Так, ну вот по дороге набиваем комбо. Как можно больше финтов наворачиваем без аварий. Зарабатываем неплохие деньги. А вот и парк. Даже секунду. Привет. Секунду добавили привет. У тебя как-то громко игра. Громко игра идет, а меня не слышно, да? Ну, плохо. Вы знаете. Тогда сделаем вот так вот. А музыка? Да. А, так это музыка не родная получается? Не-не-не, музыка не родная. Что, музыка громко играет? Можно сделать потише и музыку поменять. Так, сейчас послушаем. Ну, запускаю игру. Едем. Так, а куда мы едем-то? Я поти... Эй, не туда. Да, я. Ну а теперь со звуком как? Вот. О, теперь едем под оффспринг. Надо наверстывать упущенное. Вообще, этот Crazy Taxi меня увлек. Игра на все времена. Так, тормози.
игра на все времена. Прям с детства, как засядешь за нее, себе даешь, ну, одну миссию, потом, ну, еще одну. Аркада, ну, довольно симпатичная аркада, со своим шармом. И когда играл я все время в нее на клавиатуре, потом попробовал уже геймпад, совсем другие ощущения были. Но когда подключил руль, я даже не надеялся на то, что руль сможет подружиться с этой игрой, но оказалось, что они очень неплохо поладили. Поэтому ощущения от игры улучшились вдвое. Поэтому если и играть теперь, уже по прошествии столько времени, то только на руле, потому что абсолютно новые ощущения. Так, ну что, подберем еще кого-нибудь, все время тут уже ограничено, метро. Едьте сюда. Так, крутой разворот. Мы попробуем довести его до метро, хотя это время в обрез. Так, срезать где только можно, срезать. Заткнись и вперед. Метро, можно проехать по туннелю. Время уже заканчивается. Ну, ладно. Скорее. О, успеваю. Как говорится... А, промахнулся. Ну, есть. Ой, да, что, походу не успел, ладно. Как ты сегодня поработал? Что ж, да, ну бывает. 6600, в принципе, нормально. Ну, попробую еще один разок. По классическим правилам. Надеюсь, ты мне еще покажешь. Самое интересное, что ремастер был, то я упустил все. Что именно? Ну, там Маскара и Сеговские. А был Сеговские, были Daytona 2 и был Indy 500. А, ну... Да, это я уже отъездил, в принципе, Indy выиграл. И в Daytona поставил личный рекорд на второй, первый, нет. В Indy выиграл, а, кстати, личный рекорд в той же Indy поставил на второй трассе. Ну что, поехали зарабатывать деньги. Дольше продержался кругов, вперед, чем вообще до этого я играл, так что весьма продуктивно сегодня прошло. А потом немножко поиграл водителя автомобиля скорой помощи, пытался довести до госпиталя раненого, при этом не угробив его окончательно из-за аварии. Да, несколько раз получилось. Ну а теперь перешел на Crazy Taxi. Так, вот эту часть города я знаю намного лучше, поэтому тут уже я точно не заблужусь. И можно спокойно так наворачивать. В принципе, попробовать даже и на рекорд пойти. Я не помню, там, по-моему, личному рекорд по этой миссии 9000, по-моему, я набивал максимум. Ой, но это понятное дело, что не с первого раза, после многочисленных, как это сказать поприличнее, игр. Ой. И попыток в эту игру. Так, оттормаживаемся. Есть. Нет, ничего. Следующий, где следующий? Непонятно, почему подлагивает. Подлагивает? Да, что временами. Ну, у меня подлагивает. Ну, может быть, сервер из стрима что-то подлагивает у меня. ОБС показывает стандартно 0% потерь. Можно было, в принципе, списать на ОБС. Но... И Роудс нормально справляется. Так, о, какой хитрый маневр. И на трамплин. Тут я уже практически наизусть знаю расположение всех трамплинов. Неоднократно была сыграна эта миссия. Пока не набил, по-моему, 9000. Это было, правда, очень давно. Спасибо. Почему-то в этой версии вырезали, видимо, из-за авторских прав все саундтреки Offspring, которые должны здесь присутствовать. Поэтому музыка включена не родная.
но соответствует общей тематике игры. Так вот, тут вот. Вот так вот. Еще один трамплин, не успеваю на него. Вот так вот. Лихо было. И там вот сейчас слева будет стоять. Вот этого товарища надо обязательно до церкви довести. В принципе, не так далеко, 300 метров. Как раз тут через несколько поворотов. Особо много на нем не заработаешь, но можно добавить дополнительный бонус на секунду. Сейчас он все молитвы вспомнит сразу. Ну, он бы вспомнил, если бы я его чуть подольше повозил, так через плотный трафик. А пока дистанция короткая, особо он не смог еще идти. Так, этого куда? Разворачиваться надо. Осталось только так руку в окно высунуть и так рулить одной рукой, да, ну окна нет. Поэтому, чтобы ощутить себя полноценным таксистом, осталось только, да. Так, 74 секунды. Следующий, ага, вижу, желтенький он стоит. Ну, давай уже, ну прямо вот... Рядом с ним остановился. Так, вот пошла уже вертолетная площадка. Это переходим на... можно было направо, кстати, повернуться, забыл. Переходим мы... Что ж такое-то? Переходим в другую часть города. Я условно разделяю город этой миссии на три части. Первая часть от... город, откуда стартовали, потом вторая часть, вот вертолетная площадка, стадион, а после стадиона пойдет другая часть города, там небоскребы, совсем другой вид. Примаживаемся. 2500. Так, этого сейчас надо будет опять, по-моему, назад вести. Не, на стадион нормально. И сейчас вот будет много маршрутов, просто курсировать от вертолетной площадки до стадиона. От стадиона до вертолетной площадки. Здесь можно срезать и ящики. Так, а стадион у нас вот так вот можно хитро повернуть. Если зная, конечно, куда ехать. Но тут уже заучено все. Поэтому, в принципе, даже в памяти остались некоторые пути, по которым можно срезать. Неплохо так. Так, и сразу подбираем нового клиента. Отлично. Вот. Обошлось без многократных повторений маршрута стадион, вертолетная площадка, вертолетная площадка, стадион. И мы сразу переезжаем в третью часть города, полицейский участок. Прямо. Сейчас будет довольно-таки сложный участок, где главенствуют вот эти вот большие автомобили грузовые. Вот эти вот фуры. И между ними надо сейчас так как-то маневрировать, стараясь не врезаться и попутно зарабатывать бонусные очки и не терять время. Так, пока что вроде бы неплохо получается. Вход в тоннель и полицейский участок будет сразу справа, да, вот он. Так, ну вот это вот заблокировали, конечно, жестко. И сразу подобрать клиента. Ну давай уже зайдем. Так, в это, эту к больнице. Вот как раз таки мы перемещаемся в третью часть города. Небоскребы, плотный трафик. И здесь уже можно... Так, направо, направо, вон там, туда. Поехали. Немножко я запутался. Все равно нормально. Так, следующий, вот вижу, красненький стоит. Давай. Театр, 127 метров. Так, не туда развернуться. Все равно направо надо было. Вот он, по-моему, за углом театра. Да. Пошибать все телефонные будки. Так быстро. Скамейки. Проще. Так, этот куда-то едет. Ворота. Разворачиваемся.
Поехали. Скорее. Все под контролем. Так, здесь не помню, налево, что ли? А, все едино, что направо, что, что налево. Вот тут налево, да. Через плотный трафик. Не люблю это место, вот он. Так, следующий, где? Не вижу. Теряю время. Ну, где следующий клиент-то? Ребята, вы чего? Вот он. Давай. Так, этот на длинную дистанцию пошел. Башня 1.24. Поехали. Ладно. Полный беспредел вообще творится. Прыжки, полеты. При этом еще тикает время. Полный сюрреализм. Не сюда. А че я навстречку срулил? Вот, тупица. Вот это плохо. По хардкору. По хардкору, да. Теряю время. Хардкор хардкором. А, о, все, я на свою полосу. Куда? О, срезал. На пятачок. На пятачок опасно. Сколько времени тут? Буквально так. Давай, давай, тормози. Есть, успел. Следующего хода. Вот это было, конечно, жестко. Отличная работа. Разворот. Едем как. Пора в путь. И как тут на встречку не выезжать? Едьте туда. Так, тут куда? Прямо. Срежем через фонтан. Нет. Пошел, какой жесткий экшен. Так, тут. Ага, тут уже не встречка, тут нормальная полоса. Ой, походу еще задел что-то. Так, ну. О, нормально, приехали. Странно. Настройки не трогал в сегодняшнем дне? Нет. Ну, вроде нормально будет. Возможно, сервер из стрима, а что-то. Или битрейт высокий. Вы знаете, что поехали! Может быть, из-за этого. Так. Куда, куда поворачивать? Лево, налево поворот. Ух, тут трафик. Это было жестко. И вот это было жестко. Вообще жесткач полный. Так, а куда ехать-то? Я поворот за поворотом прохожу. Ага, есть. Настоящий. 18 секунд. 5200 набил. Ох, очень далеко до моего рекорда. Но. Ой. Вы не могли бы подать. Что, рекорд какой? 200. Не, я, по-моему, 9 набивал. В лучшие времена. Так, время очень ограничено. Так, левый поворот. Так, мимо трафика и направо сразу. Но влетел, обязательно надо было влететь. Все, пошла цепная реакция. Тут вообще перевернулся. Так, куда? А куда? Чего сюда? Стрелка дурацкая, блин. Ладно, все равно успел, но времени не хватает. Хотя... Ну, на последней секунде. Время вышло. Рейтинг 22. Пора проверить, как ты сегодня поработал. Что ж, посмотрим. 5400. Лицензия класса N. Молодец. Ты сегодня действительно продемонстрировал. Не, я как-то там больше набивал. Надеюсь, ты мне еще покажешь свои фокусы. Так. Пропустить. Игра закончена. Да. Заставку и попробуем еще такую хитрость сделать. Так, супербокс не надо. Оригинал тоже не хочу. По аркада поездка на 5 минут. В твоем распоряжении 5 минут. Гони вперед и подбери пассажира. То есть поездка будет длиться не более 5 минут. За эти 5 минут надо будет максимально количество, насколько возможно вообще, развести пассажиров. Максимально возможное количество. Я тебя... Так, на стоянку. Ну тут стандартно, в принципе. И пошел отсчет. 5 минут.
время не добавляют, по-моему. И ровно 5 минут сейчас будем разводить клиентов. Исключительно развлечения ради. Я лучший. Вот как это. Да, бонусного времени не дают. И ровно 5 минут у нас в распоряжении. Ни больше, ни меньше. Ты чуть не... Здесь спуск с горки. Круто. Главное в трамвае не врезаться. Прямо. Можно еще бонусов заработать. И прыжок. И прыжок. Все как в ралли. Круто. Так, два трамвая объедены. То я завернул лихо. Лишнего дал. Не было. Круто. Я лучше. Так. Ну вот уже минута почти прошла. Ну скорее же. Гавань. Угу. Здесь немножко другие уже маршруты. Появляется и гавань. Нет этих скучных магазинов, скучных выворачиваний кругов, стадион, вертолетная площадка. И сразу вот этого вот панка подберем, который полетел вправо. Я же тебя спас, верно? Ну скорее же. Да. Поехали! Настал час. Можно на трамплин даже завернуть. Главное в дерево не въехать. И еще прыжок. Понял. Вот так вот. Здесь жуткий трафик, конечно, автомобили даже стоят припаркованы, и в них-то тоже въезжать не рекомендуется. Понял. Так, о, вот этот вот трамплин, который я в прошлый раз пропустил. И финиш. Вы настоять. Я же тебя спас. Так, вот красненький впереди стоит, его подберем. А, это в церковь едет. Вы знаете. Их тут клоны стоят. Еще все в одно место едут. Уже посидел. Да. Скорежем. Понял. Такой езды, конечно. Я лучший. Так, что у нас там по времени? Уже меньше 3 минут остается. Подберем вон того панка красного. Или кто это? Нет. Этого на обратно и надо разворачиваться. Ладно, ничего страшного. Развернемся. Понял. А, есть контакт. Игра вылетела. Превосходно. Ничего новости. Но бывает. Игра-то вообще не рассчитана на семерку. Поэтому удивительно, как она работает еще. Так. Это ты, получается, с 8? Да, с 8 часов. Так, вот, чат. Теперь добрался я до чата, наконец-то. Да, сегодня не будет... Не было... 8-битного стрима. Сегодня все нормально. Единственное, что подлагивает. Возможно, это связано с сервером рестрима, потому что до этого Андрюха не даст соврать. Проверяли без тормозов. Тестовый был запуск. Так, ну что? Так, что у нас еще осталось? Инди 500 не хочу. Хочу закончить с Crazy Taxi. Завершить ту миссию, которую начал, которую не проехал до конца, поэтому еще немножко Crazy Taxi будет. Так, там на трансляции пошло, да? Я. Ага, отлично. Игра, потому что затягивает. Действительно. Подсел конкретно. Ай, поедем по правилам аркады. Никаких 5 минут. Единственное, что выберем того водителя, колоритный, такой, с квадратным автомобилем. Пора зарабатывать денежки. И готов? Тогда наш пиксельный 8-битный стрим продолжается. Продолжается Crazy Taxi. Я тебя... Спасибо.
Да, ну подлагивать может из-за того, что я навинтил крутой битрейк. Возможно, надо было меньше поставить. Ну да, все это... И шутер какой-нибудь. Да, все это... В процессе еще так тестирования. Так что первый блин, как всегда, комом. Возможно, что-то потом в будущем поменяем для более комфортного просмотра. Вполне возможно, что связано с битрейком. Надо найти золотую середину в этом плане и комфортно, чтобы показывало все. Так, тем временем спускаемся с горочки. Ну, я не знаю, как музон вообще подходит, качает, как раз закончился. Ну. Эй. Я же тебя... Так. А где клиенты-то? Куда я еду? Давай, садись. Ага. Отлично. Едем. Поедем-ка. Тебе это понравилось. Да, ну по поводу озвучки. Поехали. Несмотря на то, что игра полностью русская, и в оригинале озвучка была весьма прикольной, то в этой версии игры я связываю это просто с тем, что пытались как-то адаптировать под семерку, и видно, что-то пошло не так. Поэтому фразы обрезаны. Поехали! И если так внимательно к ним прислушаться и знать, какие фразы были изначально, то получается вот из-за вот этих обрезанных фраз, что они лепят вообще полный бред, иногда даже пошлости, как можно услышать. Поэтому ничему не удивляйтесь, просто игра немножко обрезанная в плане музыки, и пострадали диалоги. Они почему-то здесь прерываются. Из-за этого получается такой вот... Куда ты смотришь? Не совсем так. Да, странно. Монополиус с такой же озвучкой играл, там то же самое. Тоже прерывается, да? Ну, не знаю, с чем это связано. Потому что перед этим, несколько лет назад, я играл на XP. Боюсь сказать, но, наверное, в ту же версию, что и сейчас. Но там с озвучкой было все нормально. Поэтому грешу просто на то, что я играю на семерке. Вот тут можно сократить. Вопрос с чата, какая больше нравится, таксишка, первая или вторая? Ну, здесь ответ очевиден. Естественно, первая. Во вторую играл, там много фишек, много наворотов, но все равно нравится первая. Просто потому, что играл в нее в детстве, и это была первая Crazy Taxi, первая игра из этой серии. Поэтому только эта версия. Только хардкор. Да. Есть. Так, тут разворачиваемся, естественно. Назад. Вертолетная площадка. Тут и вертолет летает. Опа. Так, здесь срезаем по траве. Ух. Чтобы только мимо трафика не попасть. Так, здесь где-то рядом, да, вот за этим поворотом уже сразу будет нужный нам. И вот получается, когда он говорит «Едьте вперед», а фраза обрывается, и он просто говорит «Е!» и все. И таких фраз на самом деле очень много. Когда женщина-пассажирка говорит «Вы меня не туда везете», она может просто сказать «Вы меня...» и пауза. То есть из-за вот этих вот оборванных фраз, которые на самом деле в оригинальном переводе были нормальными. О, музон качает. Осталось только навинтить на полную магнитолу, которой нету, да? Высунуть руку в окно, которого нет, и мочить. Давай. Просто гонки. Ну что, священник только в церковь требует? А, да, вот, только туда ездить. Мочилова. Так, а вот и вертолетная площадка. Жесткий дрифт. Так, вот он там, вижу, стоит оранжевый.
Давай. Так, опять назад разворачиваемся. Что-то крутимся на одном пятачке. Не есть хорошо. Да, пятачок опять. Понял. Так, тут по-жесткому срезаем всю дистанцию. Нет смысла объезжать по кругу, там можно срезать только по траве. В этом смысл всей игры. Делать все максимально возможно, чтобы привести клиента к месту назначения как можно быстрее. Для этого можно делать все что угодно. Вот до тарана других автомобилей. Так, вижу вот салатовый стадион. На помощь! А, стадион, ясно, разворачиваемся. Направо. Тебе это понравится. Так. Сейчас маневры. Слепые повороты, непредсказуемые. То есть ты поворачиваешь и не видишь, что у тебя тут. Тут срежем на хана. Поехали. Заткнись и шевелись. Что не хватает? Штурмана. Штурмана. Роль штурмана здесь выполняет вот эта вот зеленая стрелка, и причем она не всегда корректно подсказывает. Особенно в мало знакомых районах города. А стадион-то там. Вот так вот. Вот он, стадион. И сразу подбираем клиента. Фу. Давай, залезай. О, вот. Спасибо. Едем в полицейский участок. Отвезите меня к полицейскому. Настал час разлить. Так. Сейчас будет длинный участок. Музон валит. Те, кто на стриме смотрит, оценят. Все в тему. Так, сейчас будем маневрировать между этими бензовозами, автобусами. Вот еще одна фраза, когда женщина говорит «ну вы пижон», а фраза обрывается и было «ну вы пи». Все когда... Да, то есть можно просто услышать такие вещи, которых в оригинале не было, вот эти фразы. Понял. Получаются двусмысленными. Так, куда она убежала? Давай, давай, давай. Так, тут разворачиваемся. Вот так вот. И вперед. Музон как раз в тему. Не можно, рыженька. Понял. Так, направо. А здесь можно срезать, а еще и вот так вот. Ну вообще же скач. Так, как раз подбираем еще одного клиента. Спасибо. Да. Смотри, куда едешь. И разворачиваемся. Поехали, поехали. О, так. Какой-то крутой сцену к тебе заскочил. Да. Что-то из GTA. Тормози. Кстати, такая небольшая хитрость. Если сильно разогнался или, скажем, нажал на тормоз уже поздно, и ты видишь, что промахиваешься мимо нужного места, не успеваешь затормозить в этой зеленой зоне, то можно использовать или... ручник при торможении здесь, он, кстати, присутствует. Или можно затормозить автомобиль, врезавшись вот в эти скамейки, в телефонные будки. То есть гасится быстро скорость. Такая небольшая хитрость военная. Ох, 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 тихо, 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 тихо. Главное не слететь сейчас с полосы. Заткнись и шевели. Заслушался музыка. Так, ну надеюсь, меня за нее потом на Ютубе не отшлепают. Отследуют. Хотя должны. Шуми, простите, но они не должны. Ага. Когда было отдельное видео по Crazy Taxi, я таких получил за Offspring, что там мама не горюй, там целый список выпал, чего я нарушил. Да. Но я благополучно на это все забил, конечно. О, как я четко прямо после следующего клиента остановился.
Ага, еще вопрос. Так. Ты только в аркаду катаешь всегда или миссии тоже проходил? Вот они мне нервы помотали все время. А, здесь есть, да. Здесь есть режим, ну, не совсем миссия, а режим что-то даже не обучение, а прохождение специальных заданий. То есть там разгонись, перепрыгни трамплин, прыгни как можно дальше, объедь препятствия, на время развести пассажиров. Да, вот эти вот задания, они, конечно, выносят мозг, и там вот без специальных знаний, как, скажем, совершать крутые развороты там практически с места, надо знать комбинации там, где вовремя нажать газ, тормоз. Без вот этих вот специальных навыков и знаний те миссии не пройдешь, но я их проходил. Не все, но было такое время, когда я заморачивался по ним, и много чего прошел. Музон болит. Так, тем временем, что тут на стадион, да, я пропустил? Да. И вот как раз тормозил при помощи телефонных будок. И подбираем следующего. Так, вертолетная площадка недалеко здесь. А время еще дофига и больше, кстати. И уже 6000, прошу заметить. Довольно неплохо идет за сегодняшний заработок. Так, тут разворачиваемся. Так, уже 6000 почти я набил. Так, вот так вот. Поманеврируем. Еще и за прыжок дали денег. Отлично, 23 секунды. Так, вот этого мы подхватим, куда ему надо. Станция. Разворот. И погнали. Так, что за затор? Что... Так, куда ты? Прыжок. Так, станция здесь у нас. Отлично. 6500. Ну вот уже что-то похожее. Давай, залезай. Примерно близко, по крайней мере, к тому результату, который ранее я получал. Что-то около 9000. Так, вот она. Вертолетная площадка. Еще денег за прыжок опять себе. Так, где следующий? Рейтинг 15. Вот он стоит. Порядок. Карета. Отлично. Подана. Поехали. Отлично. Так, жареный цыпленок. Это надо разворачиваться и ехать в ту часть города, с которой начинали. Поехали. Эту... Хорошо. Срезаем. Опять по траве. Ух, чуть автобус не въехал. И жалко, что нельзя подбирать сразу двоих пассажиров. По крайней мере, в этой версии. Нет. О-на-на-на-на-на-на-на-на, успел. Ничего, в следующий раз. Что-то там между машинами, как боженька. Что ты говоришь? Проехал между машинами. А, время вышло. Не успел батюшку подобрать. Что ж, пора проверить, как ты сегодня поработал. Что ж, посмотрим. 7. Лицензия класса N. Молодец. Ты сегодня действительно продемонстрировал, что значит быть настоящим профессионалом. Надеюсь, ты мне еще покажешь свои фокусы. Да. Заставку можно пропустить. А вот и лучший результат. Особо заморачиваться не надо. Рекорд в другой раз. Супертаксист. Тут непонятно с интернетом твоим. Что? То есть просвети, почему мы видим четкую картинку. О, да, я сейчас сам почитаю в чат. Да. А, ну да, вижу в чате. Сейчас закрою Crazy Taxi. С ним на сегодня все.
Так, сейчас поясню некоторый момент про четкую картинку. Так, сейчас почитаю. Да, ну это вопросы про такси были. Музу вывалит. Так, ну что, можно еще, в принципе, минут на совсем чуть-чуть завинтить. И, пожалуй, попробую то, что мы сегодня тестировали. Запущу игру и как раз отвечу на вопрос по поводу интернета, по поводу четкой картинки. Дело в том, что да, стрим идет в данный момент непосредственно от меня. Не знаю, там, если наблюдаются какие-то лаги по ходу трансляции, то если верить ОБСу, все идет без потерь кадров. То есть лаги, возможно, связаны с сервером рестрима или с тем, что я завинтил, ну уж очень запредельный битрейт. Так, игру-то я запустил, но без Джоя. Сейчас, секунду. Отключается руль. Картинка есть. Картинка есть, да? Отлично. Значит, у нас... Так, сейчас тогда сделаем вот так вот. Руль уже сегодня нам, в принципе, не понадобится. Понадобится Джой. При помощи этого Джоя... Пух. Поиграем в замечательную игру. World Rally Championship 4. Покажу, пожалуй, один ралли-этап. Так, звук нормально. Так, ну по поводу интернета, да, все стримится от меня, действительно, что камера сбилась, да? Так. Ух ты. Немножко... Поехало. Так, поехал, да? Ладно, поправим. Поэтому, да, у меня... Не буду говорить, какими способами, в общем, это все получилось в плане интернета, но вроде бы пока все идет нормально. Так. Так, 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 тут у нас чемпионат, немножко не то, ралли-мод. Битрейт какой поставил? 2500 сейчас стоит битрейт. Возможно, я что-то там навинтил чересчур. Так, и выберу, что у нас тут, Италия, Греция, что-нибудь на гравийке, уж очень больно. Хотя, неплохая трасса Германия. Испания тоже неплохая. Ну, Монте-Карло. И не снежная. Ну, если хочешь снежную, то вот, пожалуйста, Монте-Карло есть. Потому что дело в том, что я знаю, ты думаешь на Германию. Германия здесь совсем не снежная. Ладно, давай Монте-Карло. А что у нас там Монте-Карло? Там, по-моему, тоже есть гравики. Португалия есть гравик. Ладно, пусть будет Монте-Карло. Тут, так, 3 дня... Это где-то... Ладно, давайте 2 дня, чтобы особо не заморачиваться. И World Rally Championship самый высший класс поставим. Потому что есть еще VRC 2 и VRC 3. Ну, самые быстрые автомобили, самое крутое ралли. Так, я так понимаю, камера опять, да, немножко уехала. Ну, вот так вот. А что она так? Боится? Ну там я, наверное, провод немножко зацепила, она поэтому крентала вот так. Так, ну, по поводу интернета, в общем, сказал. Вроде бы все работает. Может быть, битрейт накрутил большой. Все это можно потом поменять. Сегодняшний стрим, он такой немножко тестовый. И как мы смеялись, в какой-то степени ремастер, HD ремастеринг того стрима, который был неделю назад. Ну, в общем, вот, ралли Монте-Карло. И сейчас я буду больше слушать штурмана, поэтому буду меньше болтать. А штурмана слушать обязательно, для того, чтобы четко и грамотно проходить трассу. Вот, тут я уже заболтался, поэтому... Слушаем штурмана, наслаждаемся графикой, пейзажами и самими гонками. Периодически буду включать.
вклиниваться в комментарии штурмана тогда, когда трасса будет достаточно легкой, повороты не такие уж и сложные. Поэтому поехали. Ралли Монте-Карло. Крутая шпилька была, и поворот 3 означает, что здесь уже 100% нужно тормозить, а, скажем, поворот с циферкой 2, зеленая стрелочка, подразумевает, что этот поворот можно пройти, не сбавляя скорости. Хотя не всегда. Немножко уже повредил автомобиль. В первых же поворотах стекло лобовое пошло паутинкой. Ничего страшного. После двух, по-моему, этапов это можно будет все отремонтировать. Вот поворот с цифрой 4, он такой коварный, потому что иногда его можно пройти на полной скорости, а иногда обязательно тормозить. Поэтому все на усмотрение гонщика. Затяжной поворот означает, что его можно пройти с заносом, таким своего рода дрифтом, сугубо раллийным. Так, мост. Об этом штурман тоже предупреждает. Ух, опасно было, немножко там кусты подрезали. Шпилька правая. Здесь максимальное торможение. И можно даже затормозить ручником и зайти в поворот с таким эффектным крутым заносом. Но не всегда получается. Все зависит от крутизны поворота и скорости, которую ты набрал. Поворот 2 с цифрой тоже означает, что поворот очень крутой и необходимо серьезно оттормаживаться перед ним. Идет несколько шпилек крутых подряд. И еще одно правое. И вот, вот при помощи ручника можно вот так вот эффектно войти в поворот и пройти его, отыграв какие-то доли секунды даже. Кстати, ручник он виден в кабине справа пилота, и когда я нажимаю на него, соответственно, идет соответствующая прорисовка графика. То есть пилот жмет ручник. Сейчас попробую вот тут его использовать. Вот он нажимает ручник, и автомобиль заносит. И эффектный такой дрифт получается. Финиш. Играется все вот на вот этой штуке. Довольно удобно. Руль подружить с этой игрой у меня не получилось. Поэтому приходится использовать Joy. Так, второй участок. И потом есть возможность отремонтироваться. Это что, все секции были зеленые? Я вот не обратил внимания, но я, да, на 10 секунд опередил ближайших преследователей. Легкая трасса. В самом деле есть здесь такие трассы, которые требуют, ну, выложиться на 110% для того, чтобы хотя бы не потерять много секунд. То есть, опять же, тут с балансом как-то они предусмотрели. А может, просто я некоторые трассы не совсем понимаю. Ну, скажем, тоже Монте-Карло еду прилично, а есть та же Финляндия, которую я совершенно не понимаю. Там, чтобы доехать до финиша на целом автомобиле, надо, по крайней мере, мне лично приложить кучу усилий. Прислушиваемся к штурману и наслаждаемся красивыми пейзажами Монте-Карло. Чуть-чуть въехал в барьер. И сейчас на ручнике.
Вот это лучше бы я этого не делал. Не всегда, не во всех поворотах можно эффективно и эффектно с помощью ручника пройти. Поэтому лучше лишний раз не испытывать судьбу. И шпилька левая крутая. Необходимо тормозить заранее, чтобы погасить всю набранную до этого скорость. И продолжаем движение. О, хитрый, коварный поворот. Два направо был. И два налево такой же, в принципе. Занесло, занесло. Опасно, снег, трасса скользкая, несмотря на то, что асфальтное покрытие. Немножко не вписался, ладно, едем дальше. Опа, опа, опа. Немножко концентрация падает. Ну вот так вот можно эффектно пройти поворот. Естественно, понятное дело, по хардкору, ведь с кабины, по-другому никак. И все равно секунды и 7 преимущество. Вот так вот. Экстремально проходят все некоторые повороты с падениями, прыжками, в общем, это ралли. По-другому никак. Едва не вписался в стену. Рано повернул. Финиш. Так, ну сейчас будет возможность отремонтировать автомобиль. 5,2 отыграл у ближайшего преследователя. И остается еще 2 участка. 3,4. То есть я поставил изначально в настройках ралли 2 дня, хотя на самом деле любой раллийный заезд длится 3 дня. Так, здесь вот можно отремонтироваться. F1 автоматический ремонт. Не все починилось, как мы видим. Набил я нехило так авто. Поэтому поедем на то, на том, что есть. И впереди у нас... Ну, я смотрю, изменений немного с третьей части. Ну, как сказать, есть изменения, я не хочу сказать, что в графике, ну, графика так не особо пострадала. Есть изменения в геймплее и в управлении. То есть здесь, в принципе, в четвертой части, в отличие от третьей, стало меньше дрифта. То есть он присутствует, но он не такой явный, как в третьей части. Там дрифт постоянный. То есть здесь, я не знаю, для чего поменяли немножко физику, но... Несмотря на то, что я читал комментарии, очень много ругали эту версию четвертую как раз таки за отсутствие дрифта, заносов, ну, все равно в нее играть интересно. Я опять же говорю, что, видимо, это пишут люди, которые не начинали свое знакомство свое с гонками с 8-битной формулы. Да, поэтому те, кто начинал с 8-битной формулы, вопросов про графику вообще не задают. Я считаю. А ты тащил на полу. Да, поэтому для меня графика в любых играх, тем более в гоночных, помня все мое 8-битное детство, это далеко не самый важный вопрос. Поэтому те, кто вот начинает ругать такую игру за графику, я считаю, люди немножко зажирались, конечно, уже возможностями компьютерных игр и игр на прототипках, игр на консолях. Меня все устраивает. Есть, конечно, некоторые нарекания по
исправлению, что-то можно было улучшить. Но, в общем и целом, играбельно все абсолютно. И если, опять-таки, повторю уже миллионный раз, если я прохожу чемпионат этой игры, значит, игра реально меня зацепила, и в нее играть можно. Так, следим за штурманом. Вот тут без ручника никак, иначе просто бы не погасил бы скорость. Пусть и с небольшим разворотом, но минимизировал, так сказать, потери. А вот и пошел за нос. Ну, ругали, что ралли превратилась, игра превратилась в езду по рельсам, хотя я совершенно не согласен с этим. Опять ручник спасает. Заболтался, пропустил поворот. Следим за штурмом. Ух, теряю время. Да, тут я не слабо так побил автомобиль, но все равно есть еще время в запасе. Ух, немножко не рассчитал выход из поворота. Так, тут уже финиш скоро. Буквально несколько поворотов осталось. Вот сейчас был чисто раллийный дрифт. И на финише немножко даже шип. Так, 6,6. Нормально. Ну, за время тут беспокоиться не стоит. Абсолютно. Беспокоиться стоит за повреждения, которые получил автомобиль. И четвертый участок, последний, завершение второго дня. И асфальтное покрытие у нас заснеженное, что немного усложняет езду по нему. Автомобиль буквально скользит. И вначале слушаем штурмана. Так, проезд через тоннель. И третий налево, здесь оттормаживаемся. Не так уж и простой участок. Здесь без подсказок штурмана очень трудно. Так, вот здесь вот этот поворот очень коварный. На самом деле он правый 4, то есть можно чуть-чуть затормозить, но в действительности тормозить приходится очень сильно. Немножко стену задел. И шпилька направо. О, чуть не въехал в барьер. Бывает. Даже было слышно визг шин на повороте, в заносе. Еще четко слышно все в наушниках. Прям как по-другому воспринимаешь игру.
4D, right 5, into left 5. Then right 4, into left 3, open, 100. Въехал. Все-таки въехал. Так, а как теперь-то развернуться? Ой, потерял очень много времени. Да, уже проигрываю секунду. Растерял все преимущество. И попробую отыграть на последнем секторе. Так, а что-то я пропустил поворот. Не услышал от штурмана подсказки. Так, ну ладно, теперь постараемся минимизировать потери. Потому что автомобиль уже не едет. Настолько он побит жизнью. Да. И почти через несколько поворотов финиш. Эффектно. Перед самым финишем. Ну и сколько я проиграл на этом участке? Проиграл всего лишь 76 сотых, меньше секунды. Удалось все-таки на последнем секторе отыграть время. Ну и по итогам четырех этапов, понятное дело, первое место, 28 секунд опережения. В общем, игра отличная. На канале скоро появится прохождение полной карьеры от VRC3, заканчивая, скажем так, королевским классом раллийным. И награждение победителей. Шампанское. Ну, без этого. Просто первое, второе и третье место, соответственно. Так, ну вот такая игра. Пожалуй, ралли на сегодня тоже все. Так. 2360 кадров. Ну, на самом деле стоит тридцатка в настройках в настоящий момент. Так, ну что, немножко... Ну, не знаю, пиво советовал 1700, как оптимально. 1700? 1700, как битрейт. Ага. Ну, сейчас в ОБС у меня 30 кадров в секунду стоит. Не знаю, надо найти золотую середину. Так, 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 так. Ну что, будем итоги подводить? Ну, если можно так сказать. Ой, итого 2 часа. С небольшим. Сделаю даже вот так. Так, ну что, я думаю, ремастер 8-битного пиксельного стрима удался. Это я не наклонил голову на бок, у меня просто вебка кренится почему-то. Фух, итого у нас сегодня вспомнили мы игры из прошлого 8-битного пиксельного стрима. Это Daytona 2 USA, Indianapolis 500, и помимо этого еще были дополнительные игры сегодня. Это езда на, забыл как она, сложное название, что-то там, Emergency Ambulance, в общем, езда на автомобиле скорой помощи, спасение пациентов было, умирающих на время, аркадная игра тоже. А была еще одна аркада на ПК Crazy Taxi. На руле. Все это, кстати, было на руле сегодня. И единственная игра, которую я играл не на руле, это VRC 4, World Rally Championship 4. Отличная, ну, я бы сказал, полуаркадная раллийная игра. Достаточно неплохая. Поэтому всем, кто сегодня в течение двух часов наблюдал за этим
таким, пусть и сумбурным немножко, но в то же время очень динамичным гоночным выпуском все это называлось. Вот таким образом. Ну, молодец, затащил, конечно. Именовалось пиксельным стримом, поэтому сегодня немножко так я развеялся в течение этих двух часов неплохими достаточно аркадными играми. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Запись будет. С битрейтом будем еще смотреть, как там и чего. В общем, найдем обязательно золотую середину. Ну а пока любите гонки, смотрите гонки и играйте в гонки, потому что это круто, это экшен, это интересно. Все, счастливо. Спасибо. Пока. Да, до скорых встреч. Пока-пока.